Играть приходится на пустыре, подальше от людей. Обычно Габи, так зовут собаку героини, всегда в наморднике. Вокруг живет много молодых семей с маленькими детьми. Потребность в изолированной площадке стала очевидной. Я вышла на улицу и поняла, что мне негде гулять с моей собакой, потому что у нас везде строятся либо магазины, либо площадки, либо новые дома, но нету нигде, где я могу погулять. Сейчас здесь пока заросший пустырь. Уже весной должна появиться уникальная для города площадка, огороженная забором. Место, где хозяева с питомцами смогут без претензий со стороны выгуливать собак. Огороженная территория с сеткой рабицы, будут деревья с внутренней части, будет скамейка, урна и навес от дождя для хозяев собак. Может быть, в дальнейшем будет полоса препятствий, но это пока только в планах. Альбина Хафизова – инициатор проекта. Собирая подписи с жильцов дома, не у всех нашла понимание. Из 140 квартир 13 против. Некоторые даже угрожали, обещали потравить собак. Такие люди были всегда, говорит собаковод. По крайней мере, необходимое число подписей уже собрано. Теперь и для их питомцев будет праздник. Алмаз Кашев, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».